На портале «Добродел» продолжается голосование по включению региональных и муниципальных дорог в программы ремонта и капремонта на 2021 год. Первый этап – сбор предложений – проводится до 31 мая. Само голосование стартует 1 июля. Участники дорог, набравшие наибольшее число голосов, будут в первую очередь включены в областные программы. Именно поэтому глава Одинцовского округа Андрей Иванов призвал жителей как можно активнее голосовать. При отборе будут также учитываться предложения от муниципальных образований сотрудников ГИБДД и ГБУ «Мосавтодор».